22-летняя Кайли Дженна, устроила соблазнительную пляжную фотосессию. Звезда позировала в модном купальнике, показав соблазнительную фигуру. Инстадива снялась у океана в красивом манекене, декорированном каплями-стразами. Кайли отказалась от привычных для отдыха на берегу сланцев и босоножек, надев массивные сникерсы. Из аксессуаров Дженнер подобрала висячие серьги и изящное кольцо. Самая молодая миллиардерша в мире предстала на фотографиях с новой прической, трехметровой накладной косой. В этом необычном образе Кайли также сфотографировалась у бассейна. Молодая мама приняла томное выражение лица и соблазнительную позу. Поклонники неоднозначно восприняли кадры Дженнер. Одни восхитились впечатляющими формами младшей из сестер Кардашьян, однако многих шокировал ее бьюти-эксперимент с волосами. «С первого взгляда мне показалось, что у тебя на голове змея, похожа на героиню фильма «Аватар», извините, но это уже слишком, люблю Кайли, но эта прическа напоминает мне крысиный хвост», прокомментировали пользователи Instagram. Звезду реалити-шоу также запечатлели в бра-юбке с экстремальными разрезами. Дженнер положила руки на грудь, продемонстрировав в кадре свой фирменный маникюр. Американка предпочитает экстремальную длину ногтей и розовые лаки в оттенках Барби. Кайли распустила волосы, сделав акцент на недавней смене имиджа. На днях брюнетка перекрасилась в медовый блонд. Недавно девушка дала фанаткам уроки макияжа. Дженнер сняла ролик, в котором раскрыла секреты своей красоты. Кайли – любительница провокационных нарядов. На оскаровскую вечеринку Дженнер прибыла в обтягивающем платье, усыпанном сверкающими камнями. Звезда пожаловалась, что не могла сидеть в своем роскошном аутфите.